Всем привет! И сегодня будет долгожданное видео уборка на моем столе. Как вы видите, сейчас выглядит это все вот так. А как будет выглядеть после, вы увидите в конце видео. Так что не перематывайте, смотрите до конца. А мы начинаем. Хотя нет, давайте договоримся. Вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, нажмете на колокольчик, а тогда мы будем продолжать. Давайте я немножко подожду. Вот такой значок надо нажать, чтобы он стал сереньким. Молодец, что подписался, а мы начинаем. Как я уже показывала, вот что творится сейчас на моем столе. Так что давайте сначала достанем все со стола и положим на пол. Личный дневник мы ложим в ящик. В одном личном ящике я убирать не буду. Ладно. В этом ящике я убирать не буду. Это мой личный ящик. Да никому заглядывать нельзя. Убираем сначала AirPods, а мы их положим туда. Часы. Отставка для телефона. Пенал на пол. Обруч. Вообще не знаю, что он тут делает, но я его одену. Ой. Ой. Чтобы волосы не мешали. Вот так. Потом убираем картон, книжки, все такое. Убираем отсюда. Уи! Некоторые даже выбрасываем. Это оставляем. Убираем отсюда всю шерсть. Я тут недавно протирала стол. Сейчас я его протирать не буду. Так что это брать нетри. Это вы положите в другое вообще место. Это тоже. Это мы должны быть сюда. Да. Да. Это мешает снегу сосать эту штучку. Это мы тоже ложим туда. К личному дневнику, окне и гаджетам. Дальше моя копилочка Фанта. Тоже ложим на пол. Ниточка какая-то. Все в личный дневник. Ой, в личный ящик. Капли для носа. Не знаю, что мы тут делаем. Клей Elmer's. Да. Тера! Иди выздоровайся. Секунду. Вот, со всеми здороваемся. Непослушная собака. Тера. Да, боже мой. Успокойся. Успокойся. Симба. Ду-ду-ду-ду-дум. Да? Ты у нас Симба. Черного цвета. Что ты меня ешь? Она меня кушает. Я очень вкусная. Ням. Нам-нам-нам. Все, иди. И снегу не мешай. И мне не мешай. Никому не мешай. Так вот. Теперь надо вот эту убрать. Положим посередине. О, какой-то тут мусор. Тут мусор. Тут мусор. Это мне надо. Вот туда мусор. Тут куча шерсти. Давайте сначала мы поубираем вот здесь. Так. Первое. Это надо отсюда все высунуть. Вот. Давайте посмотрим. Это нам надо? Это нам не надо. Вот туда мусор. Это нам не надо. Это нам надо. Это нам... Это нам... Это нам... Не знаю, куда его положить. Я пока туда положу. Еще одно... Сколько здесь палеток? Так. О, это нам надо.
это нам ничего не надо. Мыло. Не знаю, что оно вообще тут делает. Кисточка для теней. Это выбрось. Значит, вот это нам надо. Это надо. Ну, а это все остальное, как обычно. Это вообще что? Это выбросить. Это баночка. Это баночка. Это... О, щипчики. Сейчас я покажу. Симба. Та-да-да-дам, тум-бум, та-да-да-дам, пум-пум-пум, та-да-да-дам, па-ба-пам-пам. Со мной хочешь, да? Ну, пойдем со мной. Теперь мы старые будем убирать. Моя помощница. В окно смотрит. Интересно очень, да. Вообще, как интересно. А, далее. Хна. Она нам, конечно же, нужна. Но не сюда мы ее ложим. Резинка сюда, мусор. Я держу тару на руках, потому что все, что падает грязное на пол, оно может съесть. Так, шпаргалочки. Угу. Резиночка тару. Резиночка. Нормально вообще? На себя резинку хочет надеть. Ну, все. Накладной ногтик. Тарафу. Видите, какая помощница? Убираем. 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 Вообще, это все я хочу перекрасить, но... Да. Вот тут я уже начала перекрашивать. Если вы видите. Да, не пылесось тут. Я сама потом попылесошу. Попылесошу я потом сама, Тера. Так. Делать пузыри. Маркер. Клей для ресниц. Иголка. Маркер, скрепки, и угадайте, что это? Та-дам, та-дам, это помада, я не знаю, что с ней случилось. Терочка, успокойся, любовь, помощница моя, не надо ничего есть. Скрепка, мне кажется, она мне уже не нужна. Куча бумажек. Так, что тут еще? Монеточки. Все, что мне не нужно, я кидаю вот сюда. Вот в два вольера. Или вот сюда. Особенно сюда. Ну, короче. Склад у меня. Потом возьмем это все и вытрусим. О, эту штучку я искала. Она мне очень сильно нужна была. Дотаскивайся. Ладно, потом. Подводка. Тут. Это тут. Это сюда. Это вот сюда. Еще два маркера. Карандаш. Его можно уже утилизировать.
пилочка для ногтей и точилка. Наконец-то, потому что у меня точилки нет. Не было до этого времени. Я надо очистить. Этим мы займемся потом. Колонка. Линейка. Эту линейку я хочу утилизировать, потому что она ужасная. Она уже все поляпана. Тут happy bra написано. Я не хочу. И пользоваться она реально ужасная. С ней эксперименты были. Выбросить. Черная ручка. Почему бы и нет? Веер. Да. Что-то еще есть. Так. Там. Не знаю, куда это. Там. Поломанная точилка, которая не работает. Что у нас там дальше? У меня рука туда не пролазит. Что-то тут. Еще одна коробочка от блесточек. Их столько много, что капец. Тучка какая-то. Так, смотри. Мама пришла, мы продолжаем дальше. Да, я снимаю видео. Теперь последнее, это вот это. От наушников. Сейчас я это пойду и вытру. А еще у меня тут есть цепочка. Круто. Мам! Да. У меня цепочка тут нашлась какая-то. Какая? Серебряная. Покажи. Серебряная? Серебряная. Это не серебряная. Это, по-моему, не серебряная. Ну, убери эту дентеру. Ну, мама, она сейчас ходит в туалет. Терафон. Иди, держи. Терюся, пошли. Другое. Возьми себе. Вот здесь туалет. Боже мой. Никогда меня ребят, мама не может послушать. Я говорю, можешь взять эту цепочку, она разворачивается и уходит. Это вообще нормально? Я это все иду и вытрушиваю. Все. Теперь иду это вытрушиваю. Вот так. Теперь берем спиртовые салфетки и начинаем все мыть. И очищать все, что приклеилось, и т.д. и т.п. Самое главное — это там. И потом вам покажу, что случилось с салфеткой, ребят. Вот что случилось с салфеткой. И походу там где-то протекла ручка. Надо там вымыть. Хорошо. Да, вот именно там протекла ручка. Давайте возьму. Ой, я даже не знаю, какая вот эта. Выбросим ее. Возьмем кисточку и начнем мыть, потому что пальцы у меня там еле проладят. Капец. Там все нормально. Тут капецкий. Сейчас, наверное, буду еще одну брать. Не, ну вы посмотрите, это все нормально.
Эту выбрасываем. Что на меня? Берем еще одну. И моем еще раз. Это просто катастрофа. Все, давайте там и оставим эту спиртовую салфетку пока что. Чтобы она пропиталась. А теперь давайте все сюда снова складывать. Первое это вот сюда. А сюда мы сложим скрепки, иголочки, вот такую штучку. Ну, я не знаю, может кто-то знает, что это. В принципе, это мне нужно. Следующее что тут? Резинка. Тоже сюда положим. Что-то еще сюда ложим. Мне кажется, сюда уже нечего положить. И мне кажется, вот так нормально. Если что, положим. А, вот эту штучку вот сюда. И сюда еще добавим точилку только потом, потому что она не помыта. Теперь складываем ручки пока что сюда. Сюда сложим обычные ручки. Вот это, мне кажется, надо утилизировать. Ручка. Это тоже, мне кажется, утилизировать. Ручка. Тонкий фломастер. А сюда мы сложим фломастер. Наверное, сюда, да. Угу. Так что, пока что так. Белая ручка, которая не пишет, но я ею заделываю плохие ошибки. Выцарапываю, так сказать. Еще одна ручка. Еще одна ручка. Но мне кажется, ее тоже надо утилизировать. Берем вот этот фломастер, ручку. Ну, сюда ложим. Карандаш, который не пишет, туда надо стержень ставить. Но я не пользовалась еще. Корректор. Карандаш. И сюда подводку. Также сюда мы положим вот эту кисточку. Вот эту кисточку и вот этот фломастер, которым я всегда пользуюсь, он у меня на первом месте. Вот так у меня получилось пока что. А, тут я не буду трогать, как раз только поправлю. Так, сразу это выбросить. А сюда что мы положим? Сюда мы положим, конечно же, линейку. Они прям на дно ушли, потому что я им никогда не пользуюсь. Новая линейка, которую я недавно распаковала сюда. Чего она провалилась? Так. Ладно. Сюда. Это сюда, это вот сюда, это вот сюда. О, нет, пожалуйста. Что ж такое? Вот сюда ножницы положим. А, давайте колонка будет придерживать. Колонка будет придерживать все. О, отлично. Вот для чего у меня колонка. Все, отлично, принцесса, забей. Теперь на колонку ложим степлер. Вроде так он называется. Я просто им практически не пользуюсь. Забываю, как он называется. Фу, боже мой, мы уже так много снимаем.
А у нас еще раз, два, три. Мне кажется, это по несколько видео растянется. Ну, вообще, в принципе, вот тут можно так. Сюда. Тут маркеры. Вот такие. Что ж сюда еще положить? А, сюда давайте положим вот этот пинцетик, мы потом его переложим. Он все равно не нужен. И вот эту штуку. Она не нужна. А, вот тут у меня есть блесточки, я их положу вот сюда. И, по крайней мере, все. Давайте пока что мы положим вот это все. На салфетку. Вот. Выглядит не так потрёпанно. И мыло, потому что оно настолько сильно пахнет. А тут ручки, фломастеры, но они не очень вкусный запах издают. Так что это вот так. А все, что тут, мы выбрасываем. Я делала вот так. И теперь весь мусор буду складывать туда. Что ж, переходим к книжкам. Ребят, что вы знали? Книжки у меня вот. И вот. Давайте освободим все. От книжек, папок и все такое. Снег пришел на подмогу. Так. Вот. 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 Это еще не все, ребят. У меня еще есть книжки. Еще столько. Вау. Люблю учиться. Ну что ж, ребят, давайте теперь вот сюда. Сложим все тетрадки. Вот сюда книжки по школе, учебники. Сюда поместилось всего лишь три книжки. Это вообще как? Мой дневник. Я его даже не собиралась находить. В ТикТоке делают слому. Я так не собираюсь делать. Могу вот так покрутить его. Но вот так делать, швырять его, я не рискую. Или, ребят, а если рискнуть, что мне будет? Ничего не будет, потому что я его не брошу. Делаем дальше. Как я люблю свою собаку. У меня даже треснула вставка. Это нам надо, это нам не надо. Это нам надо, нет. А этот паучок нам надо? Конечно же. Это вообще что? Это? Ага, надо. Это... Может, это? Конечно же нет. А вот этот пистолет-листочек. Нет. И еще немного тетрадок. Которые сюда уже не помещаются. Думаете, это все? Да, положим сюда тетрадочки, которые весят больше, чем я. Книжечки. Не все же. И тут всякие файлики, бумажечки, проектики. Ну, файлики сюда не влезли, ну ладно. Еще тут вот что есть. Которые туда не влезают. Еще у меня есть две линейки, но они нам, конечно, надо. Это оставляем тут.
Так что, ребят, переходим к следующему ящику. Пока что можно уже ставить эту подставку. Я решила поставить вот так. Мне кажется, так будет намного уютней. В принципе. И вот так не хочу, чтобы стояло. Вот. Хочу, чтобы оно было намного интереснее, чем в прошлый раз. Так что ставим все по-другому. Вот так. Вот так. Вот так. И прижимаем к стенке. Теперь делаем вот так. Двигаем вот так. И что ж, ребят, получилось, мне кажется, намного красивее. Не знаю, как вам, но мне намного уютнее, когда все миниатюрно. Этот рисунок я дам маме. Деньги. Вот сюда, конечно же. Это тут пока что. И что ж, протираем стол. Хотя нет, не протираем. Куда? Мы переходим к вот этому нижнему ящику, который вот там внизу. А стол мы будем протирать потом. Ну столько у нас мусора. Еще мусор.